Друзья, я вас приветствую, с вами Дмитрий Кухтенков. Сегодня на примере, значит, видео Ларисы Бабушкиной, когда она снимает денежки с Global Cash Card, рассмотрим, как склеивать видео в Camtasia Studio, в программе, да, Camtasia Studio, как вообще записывать экран в Camtasia Studio. Ну, на самом деле, запись экрана, вот, отвечает за это кнопочка «Запись экрана». То есть нажимаем, сейчас не буду нажимать, просто запись идет. Вот, потом выбираем диапазон, весь экран записывать или там пол экрана, ну то есть можно выбирать. Вот, значит, дальше что мы берем видео с рабочего стола, то есть который мы будем редактировать. Вот одно видео. Вот, нам их нужно склеить, то есть из двух видео сделать. Вот выбираем для YouTube размер. Из двух видео сделать одно. Вот. Да, еще покажу, как вставлять сноску видео. То есть, к примеру, Skype. Skype или сайт. Чтобы вот здесь на экранчике в видео показывался адрес сайта или Skype. Так, значит, давайте сначала просмотрим, что тут идет у нас. Что-то может быть. А, еще покажу, как вырезать из видео лишнее, то, что не нужно. Всем привет! Меня зовут Лариса Бабушкина. Сотрудничая с американской компанией, я имею уникальную возможность снимать деньги в любой точке мира благодаря карточке Global Cash Card. Мгновенные выплаты на карту. И сейчас я вам покажу, как это легко и просто сделать каждому. Вставляем карту в банкомат, выбираем язык, вводим. Все обычно, как при выполнении операции. Сейчас пока не забыл. То есть, что мы уже сделали, да? Мы импортировали с рабочего стола видео в эту программу. Левой кнопочкой мыши зажали этот видеоролик и перекинули их, его точнее, вот в эту шкалу внизу. Вот. И этот ролик тоже мы взяли, перекинули уже сюда, да, в правую сторону. Так, давайте продолжим, что у нас тут надо стереть лишнее. Которую мы хотим обналичить. Ожидаем результат. Так, ну вот с этого момента тут можно вот это лишнее стереть. То есть вы поняли, да? Вот я вот этот вот точечку вот эту довел до того момента, с которого мы хотим стереть, да, видео, и дальше просматриваем до какого момента нам нужно стереть, да, лишнее. Вот до сюда примерно, да. Но сейчас мы, наверное, сделаем вот так вот. Вот делаем выделение, то есть вот этим красненьким. Опять же, левой кнопочкой мыши зажимаем. Выделяется фрагмент. Вот. И здесь есть такие ножнички. Вот мы их нажимаем. Все, фрагментик у нас удалился. Давайте просмотрим полностью, как это выглядит теперь. Получаем наш результат. Нажимал на паузу, сейчас вот опять снова возобновил запись. С тобой. И вот этот еще момент мы сотрем, тоже лишний. Все, дальше нажимаем сноски. Плюсик. Находим скайп Ларисы. Так, Лариса.
пишем любой текст. Меняем здесь вот этот параметр. Сделать белым, ну любой цвет можно выбрать, белым как-то более заметный, так скажем. Так, вот видите, да, у нас вот эта сносочка появилась. Теперь нам надо сделать так, чтобы она была по всему видео, появлялась не только в конце. Для этого мы нажимаем плюсик, увеличиваем, да, вот у нас она появляется, вот эта штучка. Мы ее делаем вот так, хоп, потом на минусик. Вот так, хоп, до конца. Ага, что-то не делается у нас до конца. Так, мы ее вот так-то копируем. Вставляем. Угу, что-то у нас не туда вставилось. Так, копируем. Вставляем. Все, вот это лишнее можно удалить. Так, ну все. Дальше здесь нажимаем «Завершено». Создать видео как. Далее называем урок по Camtasia. Далее готово. Все. С вами был Дмитрий Кухтенков. Все, пока-пока. Пишите на мой скайп Dimson030878, какие ролики еще записать, на какие темы. Может быть, как создавать свой блог, как делать свой сайт, как рекламировать свой сайт, как раскручивать, как создать трафик на сайт. Вот. И много-много другие темы, многие другие темы, которые вас интересуют, пишите. На любую тему могу записать подкаст. Все, всем пока-пока, до новых встреч.